Всем привет! Хочу представить вам генератор Андрея. Смотрим. Вот такое вот есть уникальное видео. Так, добрый день. Сначала просто посмотрим. Так, теперь что мы делаем? Мы включаем. Опа! Включили. Теперь включим лампочки. Вот они горят. Лампочки горят, калорифер работает. Так, теперь что мы делаем? Мы берем без аккумулятора. Опа. И забираем его. Горит, работает. Итак, что мы видим? Давайте вернемся назад. Видим мы вот такую вот установочку. Здесь, смотрите, аккумулятор. Две, точнее, катушки Tesla, которые лежат параллельные друг другу. Обычный компьютерный блок питания, некая непонятная мне штука. И самый большой объект – это аккумулятор бошевский. И лежит вот такая вот черная штука. Как вы думаете, что это за черная штука? Смотрим. Розетка. Что мы делаем? Мы включаем. Опа, включили. Теперь включим лампочки. То есть две лампочки, которые очень, несмотря на день, очень и очень ярко горят. И калорифер здесь был подключен уже заранее. Все это лампочки работает. Горят, видим, да? Работает. То есть смотрите, на самом деле просто действительно, то есть рабочий генератор. 100%. Смотрите. Да. Еще раз внимательно. Смотрите. Смотрите, что он делает. Берем. Оп, смотрите, что это? Это шапка лежит. Видите? Обычная шапка. Без аккумулятора. Вот вопрос, на кого это рассчитано? Вот просто интересно. То он забирает аккумулятор. Эта вся система продолжает работать. Видим, да? Горит, работает. Ну, вот так вот. Видео остановлено, нажато на паузу, и дальше оно продолжается. Шапка лежит, две катушки Tesla, вот сама схема. И давайте смотрим самое интересное. Помощь автора. Рабочий съем энергии с эфира 4-5 киловатта. Автор Андрей Брюховецкий, Украина. Цена документа. Сейчас покажу, что это за документ. Бесплатно. 1000 баксов. Цена готового генератора $5000. Плюс пересылка. 5 штук баксов. Контакты здесь. Видео нерабочее. Сразу показываю. Видео недоступно. Смотрим теперь схему. Цена документа. Вот это-то вот. Это схема. И вот такая вот схема. Вот это две схемы, они стоят $1000. Ну, сама установка, вы ее только что видели. Опа. Вот это пару кусочков проволоки, блок питания, розетки, кстати, в комплекте не идут. Самое интересное, шапка входит в цену 5000 баксов или нет? Мне вот интересно. Калорифер работает. Опа, включили. Это вот можно смотреть бесконечно. Лампочки. Вот эта вот штука, она стоит $5000. Опа,
присели. Ну, вот такое вот видео на сегодня. Так что всем всего хорошего. Напишите свое мнение, комментарии, что вы по этому поводу думаете. До свидания. Всем счастья, удачи и процветания. Подписываемся на канал.